Ух ты! Там что-то живое есть. Медведь. По звуку похоже на работников зоопарка. Нет, ну просто что-то упало, я видел. 23 августа 2021 год. Харьков. Открыли зоопарк, пока только частично. Ну, то есть с ограничением по посещениям, но тем не менее. Так, я пока не видел ни одного животного. Там он, макаки были. Макаки были? Да. Я говорил, она занимается. Ага, вижу сову. Красавица.